have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Итак, у нас продолжается серия хэллоуинских выпусков, и я же вам отизерил и говорил, что будут всякие сюрпризы. У нас тут кусок акулы 2, Shark Bite 2 открыли. Я сюда захожу в первый раз, давайте тыкнем play. Вот, может, что-то 50 зубов сразу сходу дали. Дали по зубам! Кстати, хорошее название серии. А чё все такое дорогое? Тут прям это... Так, Котяра, напомни, пожалуйста, как вернуться в первую, если можно вернуться в первую. Ну, не знаю. Наверное, в настройках или надо прям заходить в первую, да. Да, то есть все-таки есть шанс вернуться в первый Shark Bite, потому что здесь, как вы видите, все обнулилось. У нас нет ничего. Boats. Давайте посмотрим, что за лодочки. Так, есть... А, есть утенок, есть рыбалка, есть... Короче, да. Что тут по другим лодкам? Тут есть... Это кто у нас? Слуп? Слуп. Вообще тут полностью другой набор, кроме утенка. Утенок, по-моему... А, это золотой утенок. Единорожка. Единорожка была у кота. Ну, набор лодок здесь абсолютно другой. Здесь нету ни дестройера, ни Титаника, ни пиратских кораблей, ничего. Тут есть буксир. Тут есть скоростные лодки. Короче, куча всего. Не знаю, 18 тысяч зубов, это прям звучит нереально. Мне вот этот лонгшип нравится. Он стоит... Блин, у него сайз огромный, а гильдии не очень. Но я хочу его попробовать. Он стоит 550 зубов, у нас сейчас 100. Попробуем накопить оружие. Я и так другого... Блин, вот это оружие, райфл, которое у нас там было базовое, то его сейчас нужно покупать за 400 зубов. Мы тут флинтлоком оснащены, не знаю еще, как он будет стрелять. Тут можно делать свою собственную лодку. Где тут можно крафтить? Покажи. Кот уже тут немножечко полазил, посмотрел, разобрался, тут прям тема. Так, как раз сейчас заканчивается раунд, это нам выгодно, потому что было вступительное слово, так скажем. 3% у нас стать акулой. Графония здесь залили прям целую цистерну и вагончик. Кстати, вот эта фишка с забиранием на маяк, она теперь не на платформочках, а вот в таких вот пузыриках. Спасибо. Я хотел посмотреть, как я лечу вверх, но, короче, такие, не хочешь. Хотя, с другой стороны... А, меня сейчас... Что? Где? Почему я... Нет! Хорошо, спасибо. Тебе не кажется, что это дропа больше 100? Ох, а, вон я вижу, где можно лодку делать. That's the bomb? Давай oil survive. Oil rig, давай oil rig. Хорошо, это получится без... Стало голосование... Тут вообще карты появились, стало голосование за карты. Теперь стало более наявным голосование за акулу. И, кстати, да, ты видишь, у чувака 21%, все честно. Хотя 26%, ну, опять же, это процент, поэтому тоже все честно. Очень много изменений. Почему? Крутые глаза и шляпа. Почему меня сначала в воду-то кинуло? Ну, давай там, неудачник. Появление акулы стало тоже классно. А что тут за карта подводная, красивая такая, вау. Но тут нету подводной лодки, что печально. А может есть, а мы просто не нашли. Тут вертолетная площадка есть. Я хочу наверх. Блин, почему я оказался изначально в воде? О! Я буду тебя защищать. Не-не-не-не-не, все, я вылез. Нормально. Че, я попробую. Там турель есть, сядьте. О, молодцы. Давай, гаси. Где она? Ты что, не слышишь музыку? Тан-тан-тан-тан-тан. Как люди могут быть такими глупыми, они что, не слышат музыку? Ёлки, нет, я вижу. Только я сюда... Фух, не, я сюда запрыгну, нормально. А кран? Он рабочий, не рабочий? Туда вниз, я туда не хочу. Помоги! Что такое? Тут уже все сидят на турели. Ты где? Тебя хавают? Я на второй турели, меня съесть хотят. Прыгай сюда. Ой, блин, ты как там оказался-то? Чувак, я тебе уже не... Слазь, да на то, что ты не допрыгнешь. Я бегать не могу. Но ты сюда уже не... Хотя нет, допрыгнешь, он туда вниз и потом по лестнице. Там есть лестница.
Это было так близко. Акула 900... Офигеть. Смотри, она просто уничтожает эту часть. У нее 970 хп, по крайней мере, да, теперь у нас еще в цифрах хп показывают. Как работает флинтлок и сколько, как он стреляет? А, он стреляет так же, как райфл из первой части, но у него сбивается... То есть, по идее, же должен быть Нет! Я упал! Ничего себе, че акула такая реалистичная? Как я мог упасть? Там унитаз! Смотри, там унитаз на крючке! Я пытаюсь выбраться, зачем я пытаюсь... Выбраться от первого лица. Лаги, баги. Ну да, от этого никто не застрахован. Так. Меня сожрет! Ребята, извините за вот это вот, за припадки эпилепсии, но я ничего не могу сделать. Абракадабра! Я не бегу никуда, хватит меня кидать. Че за нас... мегалодонь? Нет, обычная какула. Это мегалодонь, ты посмотри. Я видел, когда оно выплывало, погоди. Да оно сейчас в воздухе застряло, стрелять можно, свободно. Это летучие акулы. Я в кого-то попадаю. Ой, мы тонем. Есть, мне засчитывают попадание, офига себе. Вон она. Я знаю, кто следующий подыхает. По сценарию или... А чё в ней никто не стреляет? Она же никакущая. А? Блин, сколько нас было? Человек 10 там? Много. Ты тоже слышишь расслабляющую музыку? О! Тут вертолет. А, меня все-таки съели. Так я по ней попал там, не знаю, раз 10. Вы чё? Её же можно было запросто расстрелять. Она даже из флинтлока вот этого расстреливается. Нет! Обалденно. А? Ага. У меня высветилось. Надо будет посмотреть, там же за попадание тоже зубы, по идее, дают. Нет, наверное, в конце катки очень много зубов дают. Ну, будем сейчас смотреть по... Ой, блин, ночь наступала. Наступает ночь. И вертушку... А, можно было спастись на вертушке? Да. Ой, это прикольная механика. Это мне понравилось. Так, ну хорошо, в любом случае у акулы осталась половина хпшки, что в принципе нормально, наверное. Учитывая, что мы в первый раз играли на этой карте, мне понравилось. Несмотря на то, что меня схавали, мне понравилось. Давай исследовать карту лобби. Я думаю, что это будет интересно, пойдем посмотрим. Да, то, что все поменяли, это тоже интересно. Ну, шикарненько, конечно. Графония, я же говорю, привезли тут очень много. Да, она что-то лагает, что-то багает, но не особо сильно. Ты посмотри на это. Это available, 99 рубаксов, фэргон, баллон с кислородом. Ладно, он не для того тут используется. Мина, черт побери, за 700 рубаксов, правильно, но это... Мина, черт побери, вот что это. Погодите, а почему раунд не заканчивается? Вертушка уехала, таймер закончился. Чё происходит? Без понятия. Дайте поиграть, интересно, хочу еще надо сыграть. Надо подождать, когда вертушка полностью улетит. Смотри, она улетает только. А, долго. Акула победила. О. Вот, 18 зубов. За то, что просто попадал. То есть, можно, конечно, побеждать и быть крутым перцем. Ну вон, я на втором месте по попаданиям, смотри, 75 поинтов за попадание дали. Почему? То есть, получается, в нее никто, кроме меня и того пацана, не стрелял. Ну. Никто не... Почему у всех есть пистолеты, которые наносят даже неплохой базовый урон, но никто не подумал, что в нее можно стрелять? Что происходит? Никто не кидается гномами. Так, начал с 29%, иначе... Ага, понятно, с 12%. Хорошо, я вас понял. А если бы чувака с 0%? Вот, я возьму фишинг-боут. Я тебя заинвайчу. У меня тоже фишинг-боут. Давай, вместе сходим на рыбалочку. Как у меня много лодок. Лодок 3 доступны. 4 у меня. Ты что-то купил? Нет. У тебя что-то в смысле? Я создал лодку, короче. Ёп, надо это... Я сразу, кстати, сижу на этом. Мне хорошо. Как она по поворотливости? Нормально. По маневренности.
Наконец-то убрали этот глич. Что происходит? Глич с хвостом акулы убрали, когда она выезжает, и потом за ней хвост выезжает отдельно. Это было неплохо. Ладно, поворотливость очень плохая. Попробуй взлететь. Ты уверен? Нет. Это работает. Не, немножко, конечно, но работает. И можно еще и перевернуться. Короче, это мини-пиратский... Этот баг перенесли, это мини-пиратский корабль. Все, че. Причем вот эти танцы фонарика на носу, они просто божественные. Уи! Это маленькие прыжки. Давай попробуем аптуду. Аптуду, давай аптуду. Хотя нет, там акула. Я не хочу аптуду. Хочу аптуду. Аптуда. Ой, я попал, хотел сказать, что попасть с такого расстояния нереально, но нет, я 30 хпшки ему наносит, выстрел за то. Там еще один летает. Справа от нас. Это опасно. Это опасно. Переверни нас. Нет, если мы застрянем... Что ты делаешь? Если мы застрянем в таком положении перед акулой, хватит заносить нас. Акула тут. Мы улетели от нее. Чувак, ходу! Ходор! Ты жив? Похоже, что нет. Но я в него попал 4 раза. Нет, 3. Нет! Судя по хпшкам, оно 3. Блин, меня второй раз сожрали. Я тоже? Молодец. Да! Это чё так быстро? А, мы еще и последние были. Смотри! Смотри, я опять первый по урону. Никто даже не пытался в нее стрелять. Я люди пытался. Вы... Ладно, ты мазила. Я нашел что-то очень крутое. Что, где, покажи. 2 пончика, лодка. А, да, я это видел. Вот тут даже эти пончики есть в лобби. Кстати, тут можно... Тут можно посидеть? Чувак, тут можно посидеть. Ничего себе. Я жемчужина, все. Не в пончиках, а в этом можно посидеть. Не... А, фу, хорошо, хотел сказать, не надо. Я не хочу быть акулой пока что. Пока что. Приглашай. А мы и так в крутяк, не надо теперь каждый раз приглашать. Давай его научу. Давай на самоделку. Окей. Попробуем, что это такое, интересно. Я ее даже не успел модернизировать, она уродливая. Она сделана для того, и, короче, ее можно красить, навешивать туда всяких аксессуаров, можно всякую дичь с ней делать, удобно. Че ты напрягся? Такой, как будто... Так. Минечку, 925 хп. Это акула слабее? Погодите, может акула как-то... Ну, то есть... Есть разные виды акул. Есть разные виды акул. Окей, это логично. Спасибо. Ну, почему меня каждый раз в воду-то кидает? А где? Ты где? Меня просто в воду выкинуло. Где-то в воде-то? Где-то в воде-то. Тут рыбы! Блин, а что со звуком? Хочу рыбу поймать. Я на остров поплыл, все. Я хочу... А, нет, смотри, у акулы 1000 хп. Это, видимо, опять же была багульная, потому что у прошлой акулы оставалось 925 хп, поэтому... Тут рыбы плавают! Да, тут, кстати, под водой красиво, но я сейчас ловлю какие-то звуковые гличи, погоди. Я никак не пойму, где ты. Я никак не пойму, в чем секрет. Рыба-то есть, а вот ее нет. Вот это плавание, оно выглядит отвратительно. Ты видишь каменную арку? Вижу. Вот я тут. Пожалуйста, подберите меня. А, акула! Бэтмен Робзи умер. Чувак. Я ухожу от акулы. Мне сейчас не до тебя. Нет, тебе как раз до меня, потому что я очень далеко от акулы, поэтому плыви до меня. Да акула к тебе идет, она сейчас... Иди сюда, я тебе говорю, она тебя сожрет. Видишь лодку? Вот это ты там? Другая каменная арка, вот эта, которая дальше, не в центре. Блин. Вот, давай проплывай через эту и... Вон, я тебя вижу, давай. Я тебя вижу. Чеши сюда. Такую шляпу, конечно, еще бы не увидеть. Почему меня уже второй раз просто кидает в воду, как кусок кота? Где тут сидеть у тебя? Я забыл сиденье поставить. Красавчик. Меня сейчас выкинет к черту. Не, меня, по крайней мере, сдерживают... Давай это, к акуле попробуем, может, пострелять. Ты уверен? Нет, ни разу, вообще ни разу. Но может попробовать... Нет, чтоб тебя... Стоять! Давай к той лодке подберемся, она нас может принять. К какой? За которой я пойду. Которую мы хотим угнать? Давай. А тут теперь вообще можно угонять лодки? Да кто же его знает? Кто же его знает? Вот эту вот, видишь? А чё ты... Да я без понятия. Стиль рака, чё ты задом-то идёшь?
Это такая же самоделка, как у тебя. Тоже без сидений, без нифига. Есть сиденья. Три. Стой. Кому ты это орешь? Акула! Его, его, что ты за нами? Крыса! Не пытайся меня перепрыгнуть! Нет! Оно теперь видит! Оно теперь... Все наши веселые баги, их больше нет, кроме полета. Блин, оно теперь явно прям хватает и тащит во рту, потом съедает. Ладно, я опять... Я в него выстрелил ровно столько же, сколько и в прошлой катке. В общем, надо... Надо сиденье, прикинь. Надо купить нормальную лодку, которую я сейчас куплю. Сколько у тебя зубов? 384. Козуба! О, давай наверх поднимемся. Погоди, сколько, за сколько там, что можно купить? Нет, 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 Exit, вот это вот. За 400 бублики можно купить. Ты бы подкопил немножко, что ли? Я бы на самом деле дракар купил бы вот этот за 500, если... Хотя бублики... А бублики даже меньше, они просто больше... В смысле медленнее, просто они больше лучше управляются. Я буду копить на дракар. Это первое, что мне тут понравилось. Можно, конечно, на вот эту, на шхуну. Она стоит сейчас по скидке, а так она, наверное, штуку будет стоить. Да, скорее всего, 25%, ага. А, кстати, тут не так много того, чего я хотел бы. Вот дракар можно купить. Буксир выглядит неплохо, он выглядит очень крепким. У него офигенная скорость, но он вообще не маневренный. Как это буксир не маневренный? Это вообще как? У него же два отдельных независимых двигателя. Они сделаны для того, чтобы крутиться на месте, как хотят. Ребят, это нелогично. Поехали. Прикинь. У водноцикла, у этого, у джет это. О, 20 зубов дали. Вот, посмотри, какая скорость и маневренность. Это же вообще, если против такого на акулу, ну, если ты акула и против такой штуки, это же вообще без шансов. Ладно, пойдем еще одну карточку посмотрим, как оно выглядит все. Насчет лодок самоделок, это уже, наверное, в следующей серии мы этому уделим немножко больше времени. 399 зубов. У тебя? Да. Вот, еще одна катка, и ты можешь купить бублики. Что-то, бублики. Вот, да, на бубликах будет весело, я думаю. Хочу попробовать быть акулой. Ну, это и ты или я. А, ага, есть еще один чувак на 18. Это наша удача, ребят, все, не переживайте, все нормально. Так. Я буду... Так, мы с тобой... Уточка. Ну, типа, я отдельно, но я с тобой, я не знаю, как это работает. Я буду отдельно или с тобой? Guests. Это я. Ладно, пробуем. Про Хэппи приглашает еще, кстати. Зачем, чувак? Кто я тебе? Ты же уже Хэппи. Вот, а вот это... Так, ага. Слушай, а уточку, кстати, классно заапгрейдили, так она выглядит теперь так няшненько. Это гудок, я понял. Мы тебя крякнем. Слушай, это гораздо лучше, чем все прошлые лодки. И быстрые, и маневренные. Нет, утка на самом деле тема. Мне нравится. Тут бы еще хи-хи-хи-хи-хи. Я, ну там нужен пингвин для хи-хи-хи. Утка, сейчас попробую пострелять по этой фиговине. А где она? Ну вот видишь, она. Теперь акулу нам немножко подсвечивают. Рыбацкая лодка. Рыбацкая, кстати, мне понравилась, хотя бы за счет того, что она веселая, с ней можно летать. Акула тупит или мне кажется? Надо бы поисследовать мир под водой. Там же дофига всяких отсылок. Я уверен, но я пока что здесь не вижу батискафа. То есть, я не знаю, почему они так поурезали выбор лодок. То ли это все потом добавят, то ли им текстурки было игра не рисовать. Игра вышла неделю назад. Да, кстати, игра не совершенно не... недавняя. Где акулы? Почему я не вижу? Что за пиратская музыка заиграла? На абордаж! Что ты сказал на абордаж? Это было неплохо, кстати. Просто проехался по самолюбию человека. Попробуй? Да, давай. Это остров просто, тупой. Да, давай остров. Умный остров. Тупой, умный остров. Акула на нас забила, мы сейчас будем просто 2 минуты здесь, 3 минуты.
Нет. Короче. Лодка не умеет. Лодка в полеты не годится. Найдет. Хотя вроде как утка, но вот нет. Вообще, знаете, ребят, то у нас гуси на канале, или даже гуси, то утки, то знаете... Давай в трубу залезем, вон ту. Ну-ка, ты тут посиди. Это же акулья труба, что ли? Да, я хочу посмотреть, что я пошел. Эй, я тоже. Но у нас не хватит этого оксигена, мне кажется. Или то. Слушай, сюда можно, я пойду вздохну. Это будет самая тупая смерть на Диком Западе. Смотри. Это просто будет премия Дарвина. Это у меня будет. Во имя науки! Эта труба, она просто проходит сквозь остров. Тут нет ничего интересного. Ну все, тебе труба. За тобой акула. Прошел через ее трубу. Акула, наконец-то, опять начала двигаться. Ух! Подъедь-ка за... Я вижу. Подъедь-ка за мной. На чем? На гороховой тяге? На утке. У тебя же утка, я ее тебе оставил. В смысле? Я за тобой в трубу поплыл. Мне тоже было интересно. Блин, у меня темнеет в глазах. Это фигово! Фух. А ты мог сдохнуть. Акула проснулась. Да я вижу. Она разрушила нашу лодку. Черт, я к лодке плыву, ну так нельзя. Ну, я хочу, интересно, сколько дадут за победу, если вот ты вообще ни разу не попал в акулу, тупо выжил. То что? То ты молодец, то ты кто? А если акулу убить? А это будет вообще круто, но там будут распределяться очки еще и по дэмэджу. А ты где? Ой, зря. Стреляй по акуле. Это ты умрешь. Не, она тупая. Тупорылая акула. Не, ну серьезно, он что-то безбожно тупит. Хотя с моей удачей он меня сожрет в последнюю секунду. Я сейчас, знаешь, смотри как надо. Смотри как я могу. Фигня, смотри как надо. Вот, он кого-то сожрал. 5, 4, 3. Тут сокровище под водой. Крутяк. Нет, я хочу. Нет, я не успею. Не успеешь. Я не успею. Так, блин, Shark has been defeated. Отлично. 68 зубов. Нет, 2 бейджика прилетело. Накопить, наверное, на лодку викингов или купить пончики? Слушайте, я еще и первое место, потому что я в нее пострелял. Покупай... Ну, нет, я не знаю. Смотри, я буду копить на дракар, а ты смотри, как хочешь. Давай еще одну карточку последнюю сгоняем. Вдруг выиграем, и мы оба купим дракар. У меня точно не хватит, но у меня только 216. То есть получается... Extraction? А я хочу Oil Rig Survival. Который Oil Rig? А я буду акулой, ля-ля-ля-ля-ля. Или я буду акулой, ля-ля-ля-ля-ля. Ладно, давай ты. 8%. Что? Дамы и господа, еще раз про нашу удачу. Пожалуйста. Так. Как так-то? Юсуф Денис 666. Ну, хорошее имечко, чувак. Мне это не нравится. Кто еще с нами? А, так, да, давай на этом, на баркасике, он хорош. В принципе, мне понравилось на нем. А если мы еще и выживем? А что мы будем делать? Что мы вообще должны тут делать? Следить за истеричным фонариком у нас на носу. Других, кстати, акул я пока что не видел. Тут пока что стандартная акула, нету ни скелетов. Неизвестно, то ли их не завезли, то ли люди еще не купили. То есть я же говорю... А это что? Ну, время, пока придет вертушечка. Да нет, это песок. У меня песок синий. Как у тебя песок синий? Не знаю. О, вертолет! За вертолетом! Где ты его видишь? Я его не вижу. Ты слепой? Да. Слева, вон, вижу, да. Мне эта сопля фонарик на носу мешала посмотреть. Но пока он прибудет, куда он прибудет? Где посадочная площадка? Я просто буду за вертолетом бегать. У тебя скорость не хватит, он по кругу летает. Смотри, иди на перерез, налево. Он, все равно еще 2 минуты до прибытия вертушки. И скорее всего нужно будет туда доплыть и успеть запрыгнуть. Вот она. Хочу ее близко посмотреть. А что будет, если...
Не, сбить ее, ну, по крайней мере... Там два вертолета. Вот так, да, вертушку я вижу вторую уже, но уже двоих сожрали, кстати. О, акулу кто-то бьет, акулу кто-то бьет. Эта лодка неповоротливая. Угу. Прикинь сейчас, если акула выскакивает из-под воды, такая жрет вертушку в воздухе. Чувствуешь, Майкл Бэйвщиной запахло? О, луна. Уии! Переверни! Чувак! Что, фух, переверни меня! Это, конечно, хорошо. Здравствуйте, подводная одиссея команды Кусто. Сегодня мы вам расскажем про коралловые рифы. Нет, не расскажем. Веди Калипсо дальше. Я очень хочу... Теперь я не вижу вертушки. Да вот она. Геликоптер. А, прямо над нами. Да-да-да, я увидел тень. Там вторая тень. Там пузырики, там сокровища, понимаешь? Понимаю, но нам сейчас... Лучше выжить. Лучше, да, давай эту катку выживем, а на следующую катку уже поисследуем чуть побольше. Ну, на следующую серию, когда будем записывать. Поскольку Sharkbite это у нас стабильная рубрика, я даже не знаю, как теперь мы будем делить между первой и второй частями, потому что оно интересно и в той, и в другой поиграть. О, смотри, там лодка перевернулась. Ага, вижу. Да нет. Ты не видишь. Нет, там, я как бы... Да вот, черт, вот, я вижу, да, я просто смотрю за акулой, где она может быть, я видел. Вот, она пытается перевернуть ее. Давай, чувак. Где она? Он просто выпрыгнул. Она не движется. Так, а куда приземляться вертушки? Где-то там. Я просто не вижу ни одной площадки с зоной посадки. Я не вижу вертушек. Тушка, вертушка. Может, там надо защищать вертушки, а акула... Не, вряд ли, вряд ли. Вон акула, видишь? Оп-оп-оп-оп-оп, противоположную сторону. Так, ты видишь вертолет? Нет, я сейчас немножко не тем занят, я стрелял в акулу, не вижу. Вот они, турвелетики. Угу, вижу, 30 секунд осталось, давай, ждем. Так вот, ребят, возвращаясь к той же теме, я говорю, я не знаю, как мы будем, может быть, мы будем по очереди просто одну серию про первый Sharkbite, одну про второй. Опять же, как получится насчет того, чтобы поиграть с кем-то, я не против, эту серию мы записали просто... Вон, выход, 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 чувак! Развернись! Ты не видишь выход? А, выход... Офига себе! Слепой! Так я смотрю в другую сторону! Давай, эвакуируемся. Фига себе тут лестница. Теперь от акулы можно сбежать на вертолете. Офигеть. А кто его водит? Никто. Теперь я. Это я. А мы не упадем? Можем. Можем, можем. Я бы не рисковал. Я лучше здесь посерединке потусуюсь. Мне нормально. Сейчас он уже... Вот, вертолеты улетают. Как раз на рассвете. Так обидно лодку оставлять, она целая. Но жизнь дороже. Поэтому, ребят. Крясота. Вот там. Вот, давай. Ой, мы не можем. А все. Все типа, вертолет улетел. С зомби и страшным человеком. Сотку за спасение дают. Я могу купить лодку викингов, а в следующей серии мы... А в следующей серии мы ее опробуем. Ребят, в самом деле, пока что все. Это был пилотный эпизод. Эти полчаса пролетели, я вообще их не почувствовал. Пишите, кто что думает насчет первой и второй части, как это все будет. Короче, что вы... Какие ваши мнения? Будем ждать комменты. Пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодышек. И всем покеда. Всем покеда.